Вы знаете, меня удивило то количество молодых людей, которые посещают кардиологический центр. То есть проблема, она не связана только с возрастом, это действительно проблема, которая связана со стилем жизни, с тем, как люди ведут себя в повседневной жизни, это прием алкоголя, курение, лишний вес. Раньше я очень мало внимания уделял спорту, системе питания. Буквально 3 года назад понял, что так жить дальше нельзя. Взялся за себя, за 18 месяцев у меня ушло порядка 15 килограмм, еще нужно 4 килограмма скинуть. Я всем рекомендую заниматься спортом, обследоваться у врачей и уделять себе больше внимания. Я считаю, что компания «Ритм сердца», она действительно очень важна для нас, для всех. Я подумал,